Как сказать, Антич был вынужден подстраховывать, поэтому Витя в середине трехсекундной зоны и получил мяч. И как своевременно, и забил. Простенько, но счет сравнял. 44-44. Дорси. И не обыгрывает даже. Мало того, что не бьет, еще и не обыгрывает. Шишкаускас от Кириленко мяч получил, но не забил. Старательно вернулись все пятеро игроков Олимпиакоса. Каун, помогая Шишкаускасу и понимая, что он уже обыгран с Панулисом, с Фалин. Первое командное замечание у нас в этой четверти. У Саши Кауна второй фол. Жалко, не забил Шишкаускас этот мячик. Еще раз. Успел. Теодосич успел. Каун ему помог. Дорси. Да три секунды же кричат с нашей скамейки. Антич, в отличие от Хряпы, не поверил, что мячик в кольце. И был там рядом. Подбор на нашем щите выиграл Тера. И два очка записал в свой актив. Пора атаковать, что и делает, и забивает.